Собственные доходы республики растут благодаря реальному сектору экономики. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и члены правительства уточнили параметры республиканского бюджета на текущий год. Правительство Чувашии одобрило предлагаемые изменения. Благодаря им республиканская казна должна увеличиться на 2 миллиарда 200 тысяч рублей. Рост составит 4,4%. Это на самом деле позитивная динамика. Это говорит о том, что, несмотря на сложности, реальный сектор работает. Есть налогоплательщики, которые пополняют доходную часть бюджета. При этом грамотное администрирование позволяет вовремя предотвратить использование различных серых схем при оплате налогов. Что касается расходной части, то приоритеты уже расставлены в соответствии с государственными программами. Дополнительная финансовая поддержка будет оказана ряду отраслей. Самая большая сумма по безвозмездным поступлениям – это переселение граждан из аварийного жилья – 888 миллионов рублей. Как уже было сказано, на развитие агропромышленного комплекса также увеличивается существенно – 132,6 миллионов рублей. На 106,2 миллиона рублей увеличивается поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, из федерального бюджета предусмотрено дополнительное выделение средств на развитие здравоохранения. Это на высокотехнологичную медицинскую помощь в сумме 38,8 миллионов рублей. В сферу образования дополнительно будет направлено 291,5 миллиона рублей. В том числе на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей и на укрепление материально-технической базы организации образования. На повышение зарплаты работникам учреждений образования и культуры дополнительно выделяется 135 миллионов рублей. А дополнительные средства также пойдут и на финансирование Республиканского дорожного фонда. 91 миллион рублей будет на капитальный ремонт, ремонт содержания дорог регионального и межмуниципального значения. 71 миллион рублей – ремонт дорог общего пользования местного значения. Из общей суммы расходов дорожного фонда 26%, это почти 4 миллиарда рублей, уходит на сельские дороги. Предстоит ремонт дороги Урмара, Тегешево, Большие Кайбицы в Урмарском районе, Комсомольская, Яльчики, Новые Шумкусы в Яльчикском районе, Аниш, Нюшкасы в Янтиковском районе, а также дорог ряда улиц в поселке Вурнара. За счет бюджетных инвестиций начнется строительство двух средних общеобразовательных школ в микрорайонах Садовый и Новый Город, одного садика на 160 мест в микрорайоне Новый Город, а также станции обезжелезивания в составе системы водоснабжения в селе Порецкое. Уже началась подготовка к формированию бюджета будущего года. Будем выезжать в муниципалитеты, будем смотреть, уже смотреть по объектам, по параметрам проекта бюджета на 2018 год. Свои предложения в приоритетном порядке вы должны четко обозначить. Это очень значимо для всех нас. Поэтому задача главных распорядителей, чтобы деньги не залеживались, а направлялись по тем объектам, по тем мероприятиям, которые предусмотрены в программе. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика.